Извините, что прерываю. Вы в порядке? Мне нужно избавиться от токсичных отношений. Почему бы вам не рассказать, что привело вас сюда? Мой босс, он другой. Не можешь выбросить его из головы? Нет. Мне нужна твоя помощь. Иду, хозяин! Тебе кажется, что он может уничтожить тебя щелчком пальцев? Даже щелчка не нужно. Понятно. Да, звучит знакомо. Да, что? Ранфилд, приведи мне невинных жертв. Мне нужна горстка монахинь, полный автобус черлидерш. А я хочу просто нормальной жизни. Но современный мир — опасное место. Всем на землю! Лежать! Спасибо, ты спас мне жизнь. Я видела, как ты порезал парня сервировочным блюдом. Все дело в запястье. Позволь мне объяснить. Мой босс дал мне эту силу. В свою очередь, я забочусь о его потребностях, включая уход и кормление. Ты приносишь ему людей поесть? Ты прям как парень из Delivery Club для злодеев. Но если бы вы перестали утолять его потребности, что бы произошло? Он начнет лишаться своей силы. Точно, он лишится своей силы. Что? Это так странно, что вы так сформулировали, но да! Привет, вы навстречу? Что ж, заходите. Нет! Нет! Некоторые называют меня темным, другие — повелителем смерти, но для большинства — Дракула. Ладно, очевидно, здесь нечто большее, чем просто нарциссизм. Ренфилд. А теперь давайте поедим. Озвучено специально для канала в рейтинге.